4 человеки загинули на пожары в Могилевском районе. Сярод их двухгадовое дитяти. На угол ахвярами огню за минулые выходные стали 6 человек. Поведомление про пожар у приватном жилом доме у вёсцы Липец поступило у службу 101 у ночь субботы на неделю. Коли выратовальники прибыли на место здарэння, будинок горел открытым полымем, дах и перекрытие обвалились. Подчас ликвидации сгорания под обломками выратовальники знайшли тело трех дорослых и дитяти. Следшие и эксперты высветили, что загинула 41-годовая дочка господини дома уладания, ее двухгодовый сын, двоюродная сестра с мужем. В гости к ней пришла ее двоюродная сестра с мужем. И мы можем предположить, что данная компания распивала спиртные напитки, курила, и причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Теперь призначены шерох экспертных доследований. У специалистам треба знайти докладную причину смерти и узгорания. Яны так само будут высветлять, за чего узник пожар на птушкоферме у вёсцы Мяжисетки Могилевского района. У вынику узгорания у птушнику загинуло каля 2000 куранят. С персоналу никто не потерпел. На предприемстве подличивают шкоду от пожару. Олеся Рыбалка, Сергей Карпяко, Денис Бутылин. Новини региона.